Современный взгляд на систему образования – новаторское решение в области профессионального обучения молодых специалистов. Именно такими словами можно описать Центр развития коммуникаций, возведенный на территории Атырауского университета нефти и газа имени Софи Утебаева. Центр носит имя выдающегося нефтяника и видного государственного деятеля Республики Казахстан Нурлана Утеповича Балгимбаева, посвятившего всю жизнь нефтяной отрасли. Прежде чем провести видеоэкскурсию, позвольте ознакомить вас с правилами техники безопасности на территории центра. В случае возникновения аварийных ситуаций просим вас покинуть здание через главные входы. Центр развития коммуникаций представляет собой комплекс из основного трехэтажного здания и вспомогательных помещений для обеспечения жизнедеятельности объекта, площадок для отдыха и противопожарных проездов. При строительстве были применены современные материалы и технологии в соответствии с самыми жесткими требованиями безопасности и было уделено особое внимание беспрепятственному передвижению людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. На первом этаже центра расположен конференц-зал на 400 человек. Зал оснащен конференц-системой, которая необходима для отображения информации, синхронного перевода, озвучивания, документирования и архивирования информации и для установления видеоконференц-связи. Зал заседаний также оснащен системой видеоконференц-связи, которая дает возможность проводить сеансы с подключением 8 удаленных пользователей одновременно. Во время видеоконференц-связи с помощью 4 видеокамер удаленные участники получают возможность участвовать в конференции в онлайн-режиме. На втором этаже расположены учебные аудитории и виртуальный музей. Площадь учебной аудитории занимает 24 квадратных метра. Аудитория оборудована аудиовизуальным комплексом, состоящим из моторизированного экрана и высококачественного проектора. Проектор обеспечивает яркое и контрастное изображение на экране даже при включенном освещении, что позволяет студентам без затруднения конспектировать информацию с экрана. Рабочее место преподавателя оснащено интерактивным планшетом, системой управления и специальными камерами, предназначенными для передачи изображений документов. В здании имеются специальные учебные аудитории, предназначенные для проведения практических и лабораторных занятий, а также для самостоятельной работы студентов. Лингофонные кабинеты отвечают всем требованиям нового поколения и открывают неограниченные возможности для преподавателей, подходящих к занятию с творческой стороны. Главное украшение центра – интерактивный музей, охватывающий всю историю нефтедобычи Казахстана. Музей разделен на три тематических блока. Это становление нефтяной отрасли с момента первой добычи нефти в 1899 году на месторождении Карашунгул, развитие отрасли во времена Советского Союза и новые горизонты возможностей, которые получила нефтегазовая сфера в современном независимом Казахстане. Третий этаж. В центре установлены тренажеры, которые позволяют студентам и
использовать полученную теорию в режиме реального времени. Тренажер-имитатор бурения АМТ-231КБ предназначен для обучения студентов буровых специальностей. Кресло бурильщика позволяет приобрести и усовершенствовать практические навыки выполнения, контроля и оптимизации основных технологических процессов бурения скважин на нефть и газ, распознавание и предотвращение осложнений и аварийных ситуаций, ликвидации нефтегазопроявлений и выбросов. Тренажер-имитатор эксплуатации и освоения нефтяных и газовых скважин предназначен для обучения студентов по специальности разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Тренажер позволяет проводить обучение для работы с нефтяными скважинами и опробовать фонтанные и газлифтные методы добычи, а также использовать центробежные и штанговые насосы. Обучаемые могут увидеть скрытые от прямого наблюдения процессы, происходящие в скважине, наблюдать процессы возникновения и развития осложнений и аварийных ситуаций. Виртуальный 3D-тур в формате 360 градусов – это уникальная возможность побывать в месте бурения скважин, не посещая реальной площадки. Благодаря очкам виртуальной реальности студенты могут детально рассмотреть установки бурения нефтедобывающих скважин, производственные объекты, площадку с буровой установкой. В центре функционирует библиотека, где пользователи имеют возможность работать не только с книгами и периодическими изданиями на традиционных носителях, но и с электронными документами. Также в рамках меморандума о взаимопонимании, заключенного между знаменитым Российским государственным университетом имени Ивана Михайловича Губкина и Атрауским университетом нефти и газа имени Софи Утибаева, центр получил доступ к виртуальной научно-технической библиотеке университета Губкина. Для рационального отдыха студентов предусмотрены помещения, предназначенные для времяпрепровождения посетителей. Студенты или другие посетители могут провести время на территории кафе и лаунж-зоны. Также для удобства персонала были предусмотрены административные и вспомогательные помещения. Центр развития коммуникаций имени Балгимбаева – место, где не только учатся, а проводят свой досуг с пользой. Добро пожаловать в наш центр. Мы рады каждому посетителю.